Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Обязательно подпишитесь, потому что у меня очень много вкусных рецептов. Сегодня мы с вами будем готовить брокколи. Это очень вкусный гарнир, который можно есть и в пост в том числе. Вы не поверите, я вчера спросила у мужа, у Жени, вы все его знаете наверняка, что ты хочешь, чтобы мы завтра приготовили, и он мне сказал, я хочу брокколи. Я была удивлена, но купила. Поэтому сегодня мы ее будем сначала варить, а потом жарить на сковородке. Нам понадобится брокколи, сухой чеснок, сливочное масло для жарки, черный молотый перец и немножечко тимьяна, он же чабрец. Еще нам понадобится обычная вода. Первым делом мы берем ножницы и отделяем соцветия. Что делаем дальше? Брокколи промываем под краном. Берем кастрюлю, наливаем туда воду, солим и ставим на плиту. И ждем, пока вода закипит. Вода у нас закипела. И теперь мы кидаем в эту воду брокколи и варим ровно 4 минуты. С момента повторного закипания, то есть мы положили брокколи в кастрюлю, ждем примерно минутку, и когда вода начинает кипеть, засекаем время. Брокколи у нас сварилась, теперь мы переходим ко второму этапу. Мы ее перекладываем в блюдо. Если бы мы ее просто варили, то мы сложили бы ее в блюдо с холодной водой, чтобы она сохранила свой красивый зеленый цвет. Но так как мы ее дальше все равно будем готовить, мы этот этап пропускаем. Дальше мы берем сковородку, разогреваем ее небольшим количеством сливочного масла. И вот здесь лайфхак, чтобы масло не горело, его можно немножко разбавить любым растительным маслом, у меня оливковое. Когда масло хорошо разогреется, отправляем в сковородку брокколи. Посыпаем чесночком, черным молотым перцем и добавляем немножко тимьяна. Можно добавить какие-то другие ароматные травы, которые вам нравятся. Жарим брокколи примерно 5 минут, периодически помешивая. Здесь главное, чтобы она впитала в себя запах вот этих всех специй, которыми мы ее посыпали. Ну что, попробуем нашу капусточку. Посмотрите, какая она вкусная получилась. И очень ароматная. Альденто. Как паста. Очень вкусно. Короче, ребята, капуста получилась очень вкусной. Если у вас в семье кто-то не любит брокколи, то после этого рецепта, мне кажется, он изменит свое отношение. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому рецепту, готовьте и пишите ваши отзывы. Пока!